Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень, автор та ведучий передачі я, Олег Туляков, та постійний експерт Валерій Барзанов. Доброго дня, Валерій Іванович. Шановне товариство, ми, громадська організація Фонд регіональних досліджень, ми домагаємося якісних змін в українському суспільстві. Ми говоримо про сталий розвиток українського суспільства в цілому та громад, зокрема громад Сумської області. Зараз ми знаходимося на доволі такій специфічній стадії. Ми пропонуємо громадським організаціям, політичним партіям підписати запропонований нами меморандум. Меморандум громадських політичних організацій, представників бізнесу та активних громадян України про спільну діяльність по зміні економіко-політичної системи та реалізації принципів сталого регіонального розвитку. Ось цей меморандум публікований у соціальних мережах у групі «Центр сприяння регіональному розвитку». Кожен з вас може ознайомитися з цим, ну, доволі корисним, а можливо, я не боюсь цього слова сказати, можливо, він стане історичним документом. Отже, у студії телеканалу АТВ на нашій передачі «Точка росту» ми роз'яснюємо деякі основні базові положення цього документу. На минулій передачі ми поговорили про загальні принципи меморандуму. Сьогодні ми з Валерієм Івановичем поговоримо про модель зовнішнього сталого розвитку України. Отже, перше питання до вас. Які фактори впливають на зовнішню політику взагалі? Ну, в прошлый раз мы с вами рассмотрели, как вы сказали, такие общие принципы, базовые принципы построения этого меморандума. А в принципе, я, может, повторюсь, идея создания такого меморандума и предложения общественно-политическим организациям и всем остальным активным гражданам заключается в том, что страна сегодня вошла в избирательную кампанию. И вот очень важно, чтобы общество вообще и каждый гражданин, который готовится прийти там на выборы, мог оценить кандидатов в депутаты, в президенты там, на местных выборах местного самоуправления, оценить профессиональную пригодность, там, моральные качества, ну, по каким-то критериям. Вот мы задумали вот этот меморандум как базовые принципы концепции устойчивого развития и считали бы, что вот если эти кандидаты, их программа, их визия будущего, представление будущего вот как-то соответствует этим принципам, то нас это устраивает. Если не соответствует, то мы бы считали, что такой кандидат, в общем-то, не должен иметь какой-то поддержки. Вот мы вторую передачу проводим, рассматриваем такие вот базовые основные принципы профессиональной пригодности, ну, в данном случае, допустим, президента или там, депутата Верховной Рады кандидатов, выборы которых состоятся в 2019 году. Что касается вот конкретного вопроса на сегодняшней передаче, то понятно, что система управления страной, регионом и так далее, она зависит от двух таких вот основополагающих момента или там фактора. Это внешняя политика и внутренняя политика. Вот насколько внешняя политика или внутренняя политика обеспечивает устойчивое развитие страны там, или региона, настолько мы движемся к какому-то процветанию или, по крайней мере, улучшению и качества жизни, и макроэкономических показателей. Так вот, если останавливаться на внешней политике, то прежде всего я сформулировал, а что такое вот вообще принцип устойчивого развития, ну, в данном случае страны. Принцип заключается в том, что страна по своим экономическим показателям и по уровню жизни в результате управления ей движется по какой-то траектории. И движется она к тем целям, этой цели устойчивого развития, которые мы хотим достичь. То есть это траектория от сегодняшнего базового состояния до той точки, в которой мы бы хотели видеть нашу страну в макроэкономике и в качестве жизни. Вот система управления может ускорять приближение к этим целям, может тормозить, может вообще двигаться в обратном направлении, в зависимости от того, насколько правильно принимается решение и насколько мы отклоняемся от этого курса. То есть вот понятие курс.
То есть мы сегодня говорим о том, что Украина имеет какой-то курс, и если этот курс обозначен, то ли в каких-то документах, ну, в частности, допустим, в стратегии развития, которую представил там в 2015 году президент, там, кстати, используется понятие устойчивость, то мы должны в определенный промежуток времени сверять, мы движемся в правильном направлении или не в правильном, так называемые вот реперные точки. То есть если у нас отклонение от целей маленькое, мы в правильном движемся направлении. Если не в правильном направлении, отклонения большие, мы движемся в неправильном направлении. Это вот что касается ну, внешней политики, то тут факторы как? Это какие факторы в основном влияют? Это геополитическое позиционирование Украины. То есть, где видит себя Украина по отношению к мировой экономике, по отношению там, к другим странам. Какое законодательство предусматривает по внешней торговой политике, по таможенной политике. То есть, то законодательство, которое может быть улучшать макроэкономику страны, а может ухудшать. Какая система безопасности сформирована в стране? Вот эти основные факторы, они являются рамочным для всех остальных структур и региональных, там, территориальных громад и так далее. Итого внешняя экономика, внешняя политика, она устанавливает взаимосвязь страны с другими странами и задает рамочные какие-то направления, рамочные границы для самоуправления, для развития регионов. Знаєте, Валерій Іванович, от, згадуючи історичні події, зокрема, проєкт громадської організації, який щойно був підтриманий і та реалізований Сумською обласною державною адміністрацією, присвячений сторіччю революції, інші події, можна зробити висновок, що дуже часто в історії України неправильно це позиціонування, неправильна зовнішня політика призводила до таких наслідків, катастрофічних наслідків, до війн, до знищення економіки, що, звичайно, що цей зовнішня політика, ось саме цей аспект, його значення дуже велике. Я ось згадав чомусь, ну, не зовсім з історії України, у нас на території України жили такі скіфи, войовниче плем'я, яке за всіма воювало, і ось вирішили вони завоювати фракійців на Дунаї. Ну, вони завоювали фракійців на Дунаї і стикнулися обличчя в обличчя з Піліпом Македонським. Це батько Олександра, і це стало початком кінця скіфів. Ось, тобто фракійці були своєрідним буфером між ними та потужною державою. І ось цей факт говорить про важливість зовнішньої політики. Що ви скажете з приводу України? Що тут можна зауважити з огляду на те, що ви вже виголосили? Ну вот, смотрите, возьмем, допустим, вот такое понятие, как независимость или незалежность. Вот мы на каждом, как говорится, углу слышим о том, что Украина столетиями борется за независимость и получила эту независимость в 1991 году, когда был провозглашен акт. А что, собственно говоря, такое вот независимость на самом деле у нас на Украине, и к чему эта борьба на сегодняшний день привела, то есть какие результаты мы достигли. Если посмотреть вот на лозунги политиков, то суть независимости, борьбы за независимость Украины в последние там, 27 лет, это была борьба за независимость от России. То есть считалось, что это империя агрессивная, несправедливая, и под понятием независимость борьба происходила и происходит до сегодняшний день. Если посмотреть по результатам, мы получили эту независимость на самом деле, вот на сегодняшний день. Если рассматривать по всем нашим показателям, то результаты этой борьбы, если коротко сказать, мы очень сильно снизили зависимость от России. Я не беру сейчас говорить, хорошо это или плохо, но как факт, да, мы уменьшили эту зависимость. Но мы попали в полную зависимость от Европейского Союза и от Соединенных Штатов Америки. То есть вот внешняя политика, она устойчива или неустойчива? Когда мы от одного блока, от одной империи ушли якобы с независимости, к другому пришли, то есть суть вот, ну,
такой полуколониальной зависимости, она все равно осталась. То есть это явно политика, внешняя политика не является устойчивой, и в результате вот то, что вы провозгласили, рассказали там по истории с Кифом, вот история через много лет повторяется в не очень таком красивом формате. Мы сегодня, Украина сегодня тоже является буфером. Буфером геополитических конфликтов, которые проходят на территории Украины. А конфликты, в том числе и экономические, и военные конфликты, они ведут к разрушению той территории, на которой эти конфликты происходят. Вот получается, что у нас внешняя политика в позиционировании Украины на мировом геополитическом уровне является неустойчивым, является фактором, причиной и разрушения экономики, и разрушения безопасности. Это вот классический пример неустойчивого внешнего регулирования. Валерій Іванович, у нас науково-популярна передача, тому я відразу прошу у телеглядачів у вас вибачення за такий приклад, який не дуже в контексті. Я став свідком, як один молодий чоловік грав у комп'ютерну гру, я не є геймером, просто бачив. І там якісь бойові дії, і відбувалися вони на Україні. І гра ця іноземна, іноземним розробникам вона запропонована. І ось там зображається Україна, що це якесь поле, на полі якісь такі будівлі, захаращені будівлі, колишнє, напевне, колишнє підприємство. От сіра зона, так побачив якийсь розробник Україну. І оця статус буферної зони, чи не призведе він, якщо нам нічого зараз не робити, не ставити питання гостро, дисюнктивно, до того, що ми перетворимося ось таку сіру зону? Ну, внешняя политика у нас на ближайшую там перспективу должна решать как минимум две проблемы. Коль мы попали в вот такой вот статус буферной зоны, коль мы экономику за 27 лет разрушили, это называется деиндустриализация, мы уничтожили почти всю промышленность на Украине, то у нас перед нами сейчас стоит две задачи. Как избежать от этого статуса буферной зоны, как позиционировать себя так, чтобы мы не противостояли всему миру, или нас не окружали вот со всех сторон враги. У нас получилось, что сейчас Украина со всех сторон окружена врагами. Ну ладно, допустим, Россию провозгласили агрессором. Значит, это враг, окружили там с севера, с востока и даже с юга уже. Так мы уже из Запада имеем враги, у нас начинают конфликты иметь и с Польшей, и с Венгрией и так далее. То есть мы по западным границам уже неустойчиво живем. Поэтому первая задача – это как от противостояния перейти к совместному развитию. Противостояние никогда не дает устойчивости, она всегда конфликтная. Значит, для того, чтобы развиваться, тем более устойчиво развиваться, мы должны решить главную задачу. Это главная задача, как развиваться совместно с теми странами, которыми не только мы там далеко торгуем или там взаимосвязаны, но в первую очередь с теми, которые мы окружены с соседями. То есть мы должны выстроить вот такую вот политику внешнюю так, чтобы можно было взаимовыгодно сотрудничать и с Европой, и с Азией. Вообще понятие в современном мире, понятие независимости – это иллюзия. Ни одной страны нет независимой. Даже такая сильная страна, как там Америка там, или тот же самый Китай, он зависимый. Речь идет о степени зависимости и о взаимовыгодном компромиссе, но взаимовыгодном компромиссе. Вот это первая задача. И вторая задача, коль у нас разрушена экономика, мы должны построить экономику будущего. Экономика прошлого не может дать устойчивого развития. Мы должны проектировать экономику будущего, а она может быть с точки зрения внешней политики только на взаимовыгодных основах и не одновекторная. То есть если мы работаем по одному вектору, то мы попадаем в зависимость от той страны, с которой пытаемся интегрировать. Если мы работаем со всеми, как говорится, в связи многовекторной политики, но выделяем какие-то, естественно, приоритеты, тогда здесь можно строить устойчивое развитие. Вот два фактора по внешней политике, которые мы должны решить, и решить это в ближайшее время.
Или мы, кажется, не можем говорить об устойчивом развитии и будем дальше распадаться. Валерий Иванович, я бы тут просто розвинув вашу думку щодо незалежності. Ми говоримо про незалежність України ось зараз у дні святкування незалежності. І не варто плутати незалежність як здобуття самостійної держави, яка має шанс на сталий розвиток, тобто державна незалежність, і економічного розвитку. Дійсно, в економіці говорити про залежність або незалежність, ну, не варто. Якщо ми в економіці говоримо, що я незалежний, значить, в мене взагалі перспектив економічного розвитку немає. Економіка – це наука про господарювання. Господарювання передбачає спілкування, комунікацію. Як вам таке трактування незалежності? Щоб відділяти все ж таки. Ну, тут два моменти. Первый – это то, что вот аналитики по мировому развитию мировой экономики вообще выдвигают сейчас формулу о том, что в будущем, будущее у нас там лет 10-15, и это уже будет настоящее, понятие конкуренции уходит на второй план. Вот сейчас очень, кого не спросить, допустим, что такое рыночная экономика. Это конкуренция, двигатель прогресса. На самом деле конкуренция на сегодняшний день отходит на второй план, а на первый план выходит совместное развитие, соучастие. Потому что глобализация дает свободное движение рабочей силы, свободное движение капитала. Мы в следующий этап переходим к свободному движению технологий. Тут уже конкуренция не играет особой роли. Важно, насколько мы взаимовыгодно работаем. Это вот первый момент нужно учитывать о том, что нельзя в экономике, тем более, отгораживаться и создавать какое-то вот хуторянство. Нужно искать точки соприкосновения, а искать точки соприкосновения – это всегда компромисс. Это вот один момент. И второй, с точки зрения независимости, мы забываем о второй части этой независимости. С одной стороны, независимое государство, суверенное государство имеет право принимать решения самостоятельно. Мы уже говорили, что самостоятельно, но тем не менее мы должны учитывать ответную реакцию. А что будет, когда это решение приму, и не перейдет ли на границы заинтересованности или интересы других? То есть свобода – это осознанная необходимость. Но второй есть момент. За принятие решения, судьбоносное решение для страны по развитию, кто-то должен нести ответственность. Вот я задаю сегодня вопрос, а почему Украина оказалась вот в таком разрушенном состоянии, в состоянии конфликта территориальной, потери даже территории? А кто-то принимал же решение? И принимали решение, определяли курс, определяли стратегию, называли ее устойчивой. На сегодняшний день и устойчивости нет, и нормального качества жизни нет, и никто ответственность за это несет. Незалежность, суверенность предполагает не только право принятия решений, но и ответственность за то, что ты принимаешь эти решения неправильно. Знаєте, Валерій Іванович, оце ваші слова мені наштовхнули на таку репліку. Дуже сумно дивитися, колись вся тема війни всіх проти всіх, вона починає розвиватися і в наукових колах, і у колах державних службовців. Я от думаю, вони що, не розуміють, що вони роблять? А потім якось приходжу до такого висновку, що одна з причин саме такої поведінки в те, що, ну от, наприклад, в наш меморандум, ну це ж треба вникати, да? Це ж треба розбиратися, треба чухати потилицю, визначати, що зараз робити, щоб складна ж задача вийти з статусу буферної зони і стати на шлях сталого розвитку. Складна задача, складна задача. А тут все просто. Просто експлуатуй тему війни, от, говори про це і будеш в тренді, тебе почують, оскільки це така із попсових тем, яка завжди буде популярною. Давайте все ж таки до меморандуму. Що ми пропонуємо у своєму меморандумі, як ми пропонуємо вирішити це питання якісних змін, тобто переходу від статусу буферної зони до держави іншого типу з іншою зовнішньою політикою. Ну, то есть первую задачу мы сформулируем, нам нужно решить главную проблему перехода от противостояния, то есть от войны к миру.
То есть не решив эту задачу, а это внешняя политика Украины, говорить об устойчивом развитии практически невозможно. Вот то, что мы сегодня говорим, давайте построим то-то, и это будет устойчивым развитием, это все фрагменты будут, потому что в таком состоянии устойчивое развитие, в принципе, быть не может. На сегодняшний день у нас две такие горячие точки на Украине, в которых, собственно, реализуется конфликт. Это Донбасс и проблема Крыма. Значит, вот разные политологи, политтехнологи и аналитики, они по-разному вот оценивают это. Вот суммируя всю информацию и так чисто мое субъективное мнение, вот эти две проблемы, на мой взгляд, нужно решать таким образом. Там, проблему Крыма. Проблему Крыма никакими военными действиями не решишь. Проблему Крыма даже не решишь санкциями там, против России или там, еще против кого-то, стравливание там, на внешнем уровне. Проблема Крыма лежит в сфере коллективной безопасности, потому что это такая точка, которая не столько на Украину влияет, сколько влияет на все окружающие там пространства. Это и на Европу, это и на Турцию, и на Черное, Средиземное море. Здесь столкнулись интересы глобальных игроков. Здесь Соединенные Штаты, ЕС, Россия, Китай, Турция. Тут клубок целый. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно решать вопросы коллективной безопасности. Страдает больше всего от нерешенной этой проблемы мы, Украина, потому что на нашей территории идет разрушение, у нас территории, как говорится, отбирают, или там мы сами их как-то там отдаем. Значит, надо, чтобы Украина и в лице его, это, кстати, одно из требований к будущему кандидату президента, Украина должна выступить инициативой создания коллективной безопасности евразийского континента. Только в этом направлении я вижу использование Крыма. Кто бы там Крым не оккупировал, в России там будет база. Придет НАТО, там тоже будет база. Раз там будет чья-то база, значит, будет обязательный конфликт. С точки зрения Донбасса, многие даже высказывают мысль, что давайте мы отрежем. Донбасс уже разрушен, нам он не нужен и так далее. Но это наши территории, это наши люди там живут. Украинцы там живут те же самые. То есть Донбасс нужно решать дипломатическим путем. И здесь наибольший изъян во внешней политике о том, что у нас нет прямых переговоров как с Донбассом и Луганском, и нет прямых переговоров с Россией, коль это один из влияющих игроков на этом рынке. Это, на мой взгляд, это ошибка президента. Президент не должен тянуть страну к войне, он должен искать пути мирного разрешения. И такие вопросы, они не могут решаться на региональном уровне. Это функция президента. Вот поэтому в меморандуме мы так прямо об этом не говорим, но это один из критериев оценки кандидатов в президенты. Ну и третий момент, это я уже говорил, это экономика. Экономика здесь... Коль Украина вот это связующий мост между Европой и Азией, мы должны воспользоваться вот сшиванием стран, в данном случае то, что предлагает тот же самый Китай, и я имею в виду проект «Шелкового пути», который уже идет у нас и через Казахстан, и через Россию, и через Белоруссию, и через Польшу, он уже в Европу пришел. Вот наша задача не остаться за бортом этого проекта, а войти туда. Вот в этом будущее Украины с точки зрения экономики. Дякую, Валерій Іванович, за, як завжди, змістовну розмову. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Сьогодні ми говорили про меморандум, який пропонує підписати громадська організація «Фонд регіональних досліджень», пропонує підписати політичним організаціям, представникам бізнесу та активним громадянам для того, щоб досягти якісних змін в українському суспільстві та стати на шлях реалізації моделі сталого розвитку. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До побачення, до нових зустрічей на телеканалі АТВ.